Всем привет, с вами Турбо Ёжик, и мы продолжаем выживание в Расте, и сегодня я возвращаюсь в эту игрушку и иду к своему другану Сусанину. Он живет на этом серваке, и сейчас меня пустит в свой домик. Здорово, Сусанин! Да, Дарк Вейдер с вами. Давно не виделись, братан! Кто-то загоревший, кто-то не очень. Да, бывает. ТПР, да, Сусанин, или как там? Писать-то? Да. Спеши, наверное, больше никого нет. Вы запросили телепорт. А слушай, а что здесь вот уровень один, что-то лесоруб, рудокоп, рукожоп? Сейчас, погоди, мне говорят спуститься на фундамент. Сейчас я спущу. А кто там есть у тебя? А, принимай ТП. Да погоди, мне говорят на фундамент, мне надо спрыгнуть с крыши, погоди. Это здесь уровень прокачки, что ли, есть, или что? Ой, у меня 1%, сейчас я умру, наверное. И какой-то нигер здесь, блин. Жесть. Принял запрос. Да, здесь есть уровень прокачки. Здесь получается на этом сервере качаются скиллы. Первое это добывание леса, второе руды, третье кожевник. То есть добывание кожи и ткани животных мертвых. Насколько сильно можно прокачать свои умения? Ну, на данный момент на 9 уровне я добываю, наверное, раза в 2,5-3 больше, чем добывает стоковый персонаж, когда приходит с нулем уровня. Сколько из дерева ты бьешь единиц, если стукнешь? Сейчас, погоди, посмотрю. Пропишу себе кит фуд. Еда нужна. То умру. Блин! Я в капкан попал! Хотел его разминировать. Капец. Сейчас скажу, если меня не пристрелят, сколько я добуду с удара. Днем здесь рейды X2 по добыче ресурсов. Ага. 72 с удара я добываю дерево. Ну, нормально. В среднем руды больше получается за сотку. Но, к сожалению, руды рядом нету сейчас, чтобы ударить. Ты где хоть живешь? Ты в пустыне, в зиме? Живу на стыке зимы и зеленой территории. Где-то недалеко от сферы, относительно недалеко от сферы. Так, ну сейчас мы все это дело посмотрим. Давай опять принимай, потому что я сдох. ТПР Сусанин. Вы запросили телепорт к игроку Сусанин. А 10 секунд. Кстати, во время телепорта двигаться нельзя на данном сервере. А мне нужно на месте стоять? Да. Если ты двинешься, ты собьешь телепорт. А, ладно. Что ж ты раньше-то не сказал? Там бегал. Думал, что-то не ТПшит. Не ТПшилось, потому что я был... Стоял не на земле, а на крыше. Кто-то стреляет. А крутиться-то я могу или вообще не двигаться? На месте крутиться можно. Ага. Просто нельзя шагать вправо и влево. Так, походу облом. Надо еще, наверное, прописывать. Наверное, но мне ничего не написали. Блин, давай. ТП. Я подтвердил тебе, но мне не писали, что телепорт сбит. Ну-ка, давай. Еще раз. Через 10 секунд. Странно. Как-то все это подозрительно выглядит. Да ага, скажу. Есть, я полетел. Вот ты. Сейчас загружусь. Совсем немножко! Есть! О! Так. Это вот это твой дом? Ну вот это типа хата, да. Вот хата. А вот это меня чё? Рейдили, видишь? Да ладно. Нихера себе. Не зашли? Зашли, и это читаки были. А, читаки. Их потом побанили. А у тебя лучше вынесли, что ли, или что? Слушай, самое удивительное, что вынесли не все. То есть, на этом я основываюсь по читаков, потому что даже высокий металл оставили многие. Не весь забрали. А те же они через стену не смогли пройти, что ли, читаки? Почему они строили Они вот здесь стену и снесли, вот здесь, прям при входе, где мы сейчас идем. Хоть. Сейчас я что-нибудь поставлю. Я уже залез так. А, ну отлично. Я просто так не пытался. Ты заходи, пароль стандартный. И давай пока сам открой. Давай, я сейчас к тебе приду, погоди. А ты как ко мне придешь? Я захожу через хом просто. Всё. А, через хом? Давай. Потому здесь входа и нету снизу. Так. Стол? А, это не стол, это шипы у тебя. Так. Да, это шипы сквозь крышу. Так, вижу, ты улетел. Зима, но не холодно. Минуса нету. Ну, пока что не ночь. Ночью есть минус. Ну, плюс на тебе уже одеты изначально штаны. Так, да, вижу.
Это окультуренный сервер, здесь ты появляешься в штанах. Ну-ка, а кит есть какой-нибудь полезный, можешь еще прописать там? Есть стандартный кит хант, например. Он, по-моему, с откатом в 10-15 минут, точнее не уточнял. Дается лук и 50 стрел. А на ресурсы можешь еще прописать? Ресурсы очень маленький кит, нету смысла. Кит дейли, но там дают что-то порядка 1500 дерева и что-то порядка 1500 камня. О, я вот кистартер прописал, мне здесь два спальника дали. 3000 камня, ну так, что-то изи. Так, надо бы найти, где тебе, короче-то я нашел. Хуть. Может ты... О, вот я. Hello. Вот оно. Так. Здесь... Шмотки раскиданы по всему дому, чтобы если рейдят. Ага. Я сейчас ресы сюда вот поскидываю тогда, пусть здесь лежат. Да, скидывай. Спальник. О, мне тут дали даже рубашечку и ой, эту, хотел сказать, футболочку. Кепочку. Оп. Оп. Онлайн где-то порядка 50-60 человек до 70. О, это на крышу выход, да? Так, да. Да, это выход на крышу. Опля. Раньше было автоматическое закрывание дверей, теперь его нету почему-то. Видимо, админы решили, что из-за этого лагает сервер. Хер знает. А ты что не разрушил эти херовин? Я вам сломаю. А я даже на крышу сильно не выходил, только сейчас ее укрепляю блоками. А-а-а. Там кирпич я тебе скинул. Опа. Где-то это конь. Это не единственный дом. Еще есть? Да, еще один есть. Это хорошо. Попробуй коня завалить. Это мой первый конь! На! Нихера себе попал! Да я снайпер, идите колотить. Прям в пуканному. Заметил, что конь не убегает? Нет. А, он, наверное, стоит на месте, да? Да. Я знаю даже для чего. Чтоб не лагал сервак. Да, и избавляется от лагов. Таким образом, их ставят, привязывают. Понял. Вон камушки. Могу сходить добыть. Что еще интересно? Не, здесь не надо. Потом мы с тобой телепортнемся в место, где добывает камень. Так, опля. Пушечки что какие-нибудь есть? Да, что-то где-то валяется, но в основном я пытаюсь не крафтить лишнего, чтобы не сперли это просто-напросто. А, правильно, ты ресы свои вбухаешь, да? А их заберут? Да, я собираю ресов практически четкое количество, сколько трачу. Не оставляет. То есть в случае рейда с меня взять нечего. Так, ну и правильно, да. А скрафтить я могу в любой момент, тем более, что крафт моментальный. Нормально, слушай, это нормально. Где чего я посмотрим? О, вот это... рец. Да, кстати, у меня там один ящичек для тебя лежит, там лежат рецепты всякие. Изучить рецепт. Вот здесь вот на меч и на шлем. Два да, только. Да, вот. Так. Вот это необычный стол, насколько я помню, это он. А он называется стол переработки. В смысле, это как? Например, бери и перетяни туда, скажем, свой топор. Который у тебя в инвентаре, кинь в стол. Сейчас. Кинул. Исчез? Нет, ремонт не требуется. Значит, нет, это значит тот, который внизу у меня стоит. А что за стол такой? Волшебный. Стол переработки, он перерабатывает ресурсы, например, там тот же топор, там какой-нибудь капкан. В ресурсы перетирает. Интересно, при мне такой херни не было. Это именно, как я думаю, что это фишка именно этого сервера. Ну-ка, покажи, пошли спустимся, посмотрим. Интересненько. Я, то есть, например, я кину туда топор или какую-нибудь херню, он что, мне ресы вернет, что ли, назад? Ну, не полностью, но частично, да, он обратно. Половину, наверное. Тебе вернет ресы, разберет их на составляющие. Алхимия! Ух ты. Прошарим. Херня. Я сразу в ящики лезу. Вот тот ящик, самый дальний у стенки, где я стою, там рецептов немножко валяется. А сейчас заберу, посмотрю. Ракета скоростная. Такс. Ну здесь после рейда. Рейд был вчера, меня зарейдили, так что я тут сильно еще не оправился, только отставался. Это тут как раз читеры, да? Да-да-да-да-да. Изучить. А стволы я тебе все скрафчу, все изучишь уже. Ага. Понял, да, хорошо. Так. Значит, скорее всего, вот этот стол вот здесь он стоит. Так, ты куда ушел? А вот здесь налево дверь открыта. Ага, вижу. С ящики куда-то еще загляну. У.
Помповик. О, АК. АК, АК есть! Да, это, кстати, я когда чувака зарейдил, вот это АК и взял. Оглушителя нет у тебя случайно? Вот в этом ящике, по-моему, сломанный валяется. Я его пытался изучить, но он сломался, я его не ремонтировал. Вот здесь, да, лежит. Так, так ты рецепт не изучил, да, на глушитель еще? Нет. Ну, я плохо. Даже сильно не пытался. Плохо, плохо. Потрошки. Сюда, глушитель вижу. А вот этот стол проверен на переработку топора. Ага, сейчас посмотрим. Так, залази в него. Ремонтный верстак тоже называется. О, да, разложился. Слушай, исчез. 20 дерева стало и 10 железа. Он крафтится, он, по-моему, что-то порядка 30 тысяч дерева, 20 тысяч камня. Охереть. Мне было интересно, что это за стол, я его скрафтил. Посмотрю в инвентаре, где он находится, где это чудо? Его нету, его теперь уже, может быть, и не будет. Это раньше был, что ли? Командой, да, вызывался. Понял. Прикольненько. Это можно у кого-нибудь среди забрать, там оружие или всякого говнеца здесь переработать, да? Да, разобрать. Нормально, слушай, так. Хорошо. Компас, смотрю, карта есть. Компас, карта, да, в принципе, все время. Китворк тебе дает сразу для камня кирку и стандартный топор. Но он и после респа, в принципе, у тебя появляется. Ой. Сейчас мы с тобой пойдем во второй дом. Туда через ТП тогда меня. Да, через ТП сейчас мне только надо выложить. У меня тут с собой 9000 камня. Только ты внутри дома сиди, чтобы я к тебе не с улицы зашел, да, а чтобы да. В доме прям появился у тебя. Ибо. Ты же не хочешь его светить, правильно? Сейчас я сделаю это. Костер, потому что из этого места, если температура 0, а не выше, ты не телепортируешься. А у меня нормально, мне не надо. Ну ты в шмотках и в кепке, а я... Да, я в кепке. Голяком. Сейчас я найду какую-нибудь шмотку, может, тогда. Давай. Опля. Могу штаны у тебя... А, у тебя штаны есть обычные. У меня есть, я могу вот покруче штаны одеть, может, поможет. Покруче? Какие, с начесом, что ли? Да. Мехом вовнутрь, чтобы не мерзли яйки. Вместо хома пишу гомы 2. Бывает. О, есть, действует. Кстати, здесь также присутствуют автоматические арены. Они проходят где-то раз в час, наверное. Что там делать-то хоть? Арена на болтах. Арена на, соответственно... Попробуй написать телепорт. Ага, сейчас. Я, наверное, на первом этаже. Арена на калашах, арена на мечах и прочей ручной бойде. И науках, и арбалетах. Ну, надо будет как-нибудь с тобой поучаствовать. Они постоянно идут, это не тяжело. Заходишь туда, за выигрыш, где тебе дают очки. На очки ты можешь, кстати, прописать в любой момент слэш и ревард. Называется. Принимай. Пишешь в чат слэш ревард, это запрос о твоем количестве очков, которые ты заработал на арене. На них можно получить, например, рецепт калаша. Фига себе. За них можно взять. За них можно взять плюхи типа высокого металла и прочего. Прикольно. Так, это мы сейчас оказались во втором доме, да, в твоем? Да, это второй дом. Он после рейда тоже пережит, и еще двери не все отстроены. Тоже читеры зарядили или нет? Здесь, наверное, нет. Здесь жестокие соседи были. Почему жестокие? Ну, мне кажется, они добрались до какого-то ящика, заремувили, очень большие дома здесь в основном строятся. Мелких здесь нету. Ну-ка, пойдем залезем наверх. Дверьку. Такс. Блин, ты настроил здесь двери и лабиринт. Вот здесь ящичек. Все, что нужно. Ящичек, ремонт, исследование. Ага. Откуда только жрачки взял? А, слушай, ночью рейты на сервере возрастает на x5, то есть если ты ночью завалишь медведя, то ты с него очень много всего получишь. Нифига себе. Понял. Также и дерево, и камень, и все прочее. Так ночью темно же как добывать-то? Как хочешь, на свой страх и риск. Обычным способом гамма. Тихо, это секретная фишка. Все плюхи не рассказывай. Здесь видишь запасные комнаты, но они еще в них ничего еще нет, они просто подготовлены.
Ага, вижу, да. Так. Идем выше. Так, стой, 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 я чуть тебя потерял. А, вот тебя, вижу, идем. Идем, 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 идем. А ты шкафы замуровал, что ли? Чуть ни одного не видел. Сколько бежал? Да. Шкафы в стенках. Так, печки. У меня есть две печки. Ой, одна уже. Поставить ее куда-нибудь. Печки, немножко ткани и прочего здесь. А, я не смогу ставить, у меня же блок стоит. Ладно, потом шкафы мне покажешь. Такс. Херня, 20 единиц себя ставлю в костер. Положим. Вот так здесь, вот. Здесь я выхода на крышу не делал, но с помощью ремова его можно сделать, в принципе, в любой момент. А, вот здесь у тебя ящик, наверное, да? У тебя стена, кстати, не перевернута здесь вот. Нет, там нет ящика. Вот здесь вот не перевернута. А здесь будет бронированная капсула просто для шмоток. А, вот у тебя шмоточки. Кирпич, железо. Мало. Ну, это остатки после рейда. Очень-очень мало. Значит, говоришь, на крышу нельзя выйти, только через ремоу, да? Да, не делал я выхода. О, в принципе. Сейчас мы с тобой найдем какое-нибудь местечко. Чё хочешь? Выйти на улицу. Там забор стоит, все равно по кругу. А, давай, пойдем, выйдем, посмотрим. Чё за забор? Кирпичный или стена из дерева? Такая с колючкой. Не, колючку я сегодня с утра изучил, но еще не ставил. Ой, тут ты заблокировал? Ага, вижу. А это чё за яма? Яма боли? Не достроил. Тихо, я вот так вот... Сейчас спрыгну по этому. Все, 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 я зашел. Меня выкинули. Так, рассказывай, показывай. Большую печку вижу. Две больших печки, еще одна в кустах вот здесь. А нахера в кустах-то? Ну, почему нет? Так, в кустах вижу. Капец, тут ветер дует. Да. Добывалочка. Добывалочка. Но она, в принципе, на этом сервере не нужна, потому что при прокачанной добывке киркой ты добываешь гораздо больше. А, ну, ну и ладно. Почему ты не переворачиваешь стены, скажи мне? Да одинаково они ломаются. Одинаково? Что нет. Раньше сам, ломались. Сам наблюдал. В среднем где-то 3-4 ракеты на одну стену уходит. Независимо от того, так она или по-другому. Ну, значит, сейчас так теперь. Потому что мне тоже не нравилось. Бесило просто, блин. Это херня со стенами. Не, ну большую территорию отхапал. Ну, это там есть гораздо глобальнее. Это добывал. Вообще строилось чисто для дом, как перехватка, чтобы можно было ресурсы заходить сюда, телепортироваться туда. Слушай, ну посреди гор вообще. Альпийские луга. Ну, попить можно. Водопой. Воды очень много. Ну-ка, дай-ка я хлебну здесь водицы ключевой. Мать, едить. Попьем. Надеюсь, это не огненная вода, а обычная. Не-не-не, обычная. Так. Рецепт на сишку. Ну, в смысле, сишка изучена. Хорошо, это значит, будут рейды. Оу, А базуку я уже могу забрать как награду на арене. Но не рецепт, обычно базуку. Ну, может ее взять, и можно будет сделать рецепт. Да, на это расчет. Такс. Что там интересного, ну-ка? А вот здесь, ну сейчас я его уже собрал, здесь в основном много камня бывает. Зимушка, зима. Но мороз не долбит. Как ни странно. Пока не ночный, мы одеты, не забывай. Ну это да, в принципе да. А соседи есть какие-нибудь? Да, пойдем посмотрим соседи. Погнали. Сейчас я им стрелу пошлю. С той стороны, в которую мы смотрели, там соседи очень большой есть. Дальше пойти очень большая территория огорожена будет. Построили... Они как мир, не мир? Или нам воевать придется с ними? К сожалению, даже не знаю, кто. Mm-hmm. Вот, кстати, админ в онлайне показался. Да, у меня чат выключен. Ну, вообще, и модер, и админ. Так, вон справа дома вижу. Стой, или там что такое, там... Стена, это, что ли, забор? Это остаток стены. Мы сейчас куда наверх залазим, чтобы сверху посмотреть, или а нам нужно через гору перепрыгнуть? Не, нам через эту горку надо перейти, и мы перейдем к соседям, в принципе. Слушай, а здесь ледники есть?
А, вон, вижу. Да, вон. Не пробовал туда залезть? На ледник? Да нет, не пробовал, но теоретически можно. Я думаю, не сложно. Можно околеть ведь. Вот. Ага, ух ты, ё... Вижу. Вот один сосед, а вот второй. Вот второй, ну, ему не повезло. Почему? А, его зарядили, он, смотри, стены да, нет. У него верхний этаж заряжен. А, это ты его зарядил, да? А может быть и так. Да, вижу. А вон и ящички стоят как раз. А ты активировался в нем, нет? Да, в доме. Нет, у него наверху ящиков не стоит. У него наверху ящики стоят со шмотками. Ты, значит, построил гуся? И залез, собственно говоря. Нормально. Чё, стена не падает? О, во. А он там спал. Обиделся, наверное, ушел. Ну, уже два дня как не достраивает, значит, точно не приходил. А то там много лута вынес у него, нет? Все даже не унес, что-то даже осталось. Так, со второй дом что там? А второй дом я обходил его кругом. Ремувить нечего. Везде ящики. Давай посмотрим. Ну, вот это замануха. То, что там, стоит... там нету ничего, да? Деревянные там ничего нету. Так. А лестницы здесь работают? Нет, по-моему. Херня какая-то. Там пусто, сколько я не заглядывал, там просто пусто. Бомжатник какой-то. Здесь у него добывалка стоит справа. Ага, вижу, да. Вижу. Зачем он здесь поставил шипы, я не знаю. Слушай, а что там у него окон нету наверху, ты глянь вон. А у него недостроен дом, да? А, недостроен. Нам нужно туда как-нибудь попасть. Ой, а вот здесь вот залезть можно, наверное. А второй этаж, да, но в одиночку нельзя, а вдвоем вполне. Такс. Если вот здесь встать. Ну-ка. Опля. Ой. Я попробую. Ай-яй-яй, забуксовал. Давай. Ах ты, скотина. Я сюда встану. Что-то я не могу зацепиться за уступ. Погоди. Так. Давай. Оп. Хэть. Не-а, что-то не могу запрыгнуть. Вот сюда вот, вот стой, вот сюда вот подойди, прям. Вот так вот. Не, сюда поближе еще. Вот так вот, еще повыше. Так, еще повыше, это прям... Ну-ка, стой вот так вот. Ага, вот. Ну и что я сделаю? А, вовнутрь можно попасть, да. Вон ящики видно, вернее шкафы. Один шкаф вижу. А ты до него добраться можешь? До шкафа? Да. Нет, он на втором этаже. А, он внутри, а снаружи шкафов внутри. Нету открытых? Снаружи нету, они замурованы все. Все шкафы. То есть здесь нам нужно сишку, чтобы попасть внутрь. Или базука решает вопрос. Я понял. Темнеет, ну чё, мы отправляемся тогда домой. На этом у нас гости. Гости у Сусанина заканчиваются. Ай, прям на шипы сел. Паскуда. Очень холодно. Ой, слушай, я теперь не ТПшность, да? Ну, если костер не поставим, не ТПшность. Я тебя вижу. Есть у тебя дерево там, что, нет? У меня костер есть, я сейчас поставлю. Пошли, так отойдем. Надо отойти. Вон, я тебя вижу. Все, стой здесь. А, все. Дай-ка я вот на тебя посмотрю. Братюня! Так. Вижу. Телепортируюсь. Потом, кстати, надо прописать френда и прописать сетхоум. А, чтобы я в тебя, да? Не это смог. Чтоб на доме прописался. Понял. Ну что, народ, давайте на этом закончим. С вами был Турбо Ёжик, мы были в гостях у Сусанина, теперь я буду в него жить. Кому понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, не стесняйтесь, ждите продолжения, Сусанин. Пока. Счастливо.